Сейчас вы услышите царя Эдипа на латинском языке. Для того, чтобы избавить ваш слух и память от излишней нагрузки, я буду вам помогать постепенно вспоминать трагедию Софокла. Эдип, не сознавая этого, находится во власти сил, с которыми обычно сталкиваются лишь по ту сторону бытия. Эти силы с самого его рождения приготовили для него ловушку. Вы увидите, как она захлопнется. Вот как развивается действие. Фивы в смятении. После сфинкса чума, город умоляет Эдипа спасти город. Эдип, победитель сфинкса, обещает спасти город от новой беды.
требует, чтобы было отмщено убийство царя Лая, тогда чума покинет город. Убийца скрывается в Фивах. Его нужно найти любой ценой. Эдип гордится своим умением разгадывать загадки. Он обнаружит убийцу и изгонит его из Фив. Oh.
избегает ответа. Он не может не видеть, что Эдип — игрушка в руках безжалостных богов. Его молчание раздражает Эдипа. Он обвиняет Крионта в желании завладеть троном, а Тересия — в сообщничестве. Возмущенный таким несправедливым наветом, прорицатель решается. Он заговорил. И вот откровение. Царь-убийца есть царь! Делире, эспектамус, Минерва, Филия, Йовис, тиранам и тронам инсиденс. Oh.
жами привлекает Иокасту. Вы услышите, как она успокаивает, стыдит за то, что они ссорятся, когда на город обрушилось несчастье. Она не верит оракулу. Она доказывает, что оракулы лгут. Например, было предсказано, что Лай умрет от руки собственного сына. А ведь он был убит грабителями на перекрестке трех дорог. Перекресток. Тривиум. Обратите внимание на это слово. Оно приводит в ужас Эдипа. Он вспоминает, как на пути из Коринфа, перед тем, как встретиться со сфинксом, он убил старика на перекрестке трех дорог. Если это был Лай, то что теперь будет? Ему нельзя оставаться здесь, но и нельзя вернуться в Коринф, ведь оракул некогда предрек, что он убьет отца и станет мужем своей матери. Он охвачен страхом. Thank you.
Каста все поняла. Она пытается увести Эдипа, но тщетно и убегает сама. Эдип думает, что ей стыдно быть женой безродного самозванца. И это Эдип, всегда гордившийся своим умением разгадывать все. Он попал в ловушку, и только один он этого не видит. Вдруг страшная догадка молнии пронзает его мозг. Он падает. Он падает с высоты. Ад, эст, омнисциус, пастор.
видел мертвый лик божественный Иокаста, в котором вестник рассказывает о ее кончине. Первые же его слова подхватывает хор, который помогает ему рассказывать о том, как повесилась Иокаста и как Эдип выколол себе глаза ее золотой застежкой. Теперь эпилог. Царь попал в ловушку. Пусть все смотрят на эту низкую тварь, на этого кровосмесителя, на этого безумца. Его изгоняют. Изгоняют с необычной жалостью и милосердием. Прощай, бедный Эдип. Прощай,